Вечером 11 января зрительный зал был переполнен. Здесь собрались поклонники творчества коллектива «Шанс». Он известен далеко за пределами Десногорска и уже более 20 лет под руководством Аллы Коробейниковой радует нас песнями и дарит чувство праздника. Театр песни «Шанс» действительно дал шанс многим найти свое призвание. На концерте выступили также ансамбли «Кураж» и «Радуга». Каждый номер публика оценивала по достоинству, отдавая должное их мастерству. В этом году первый раз готовили вот такой зимний новогодний концерт. Весь репертуар новый. Профессионально звучали со сцены и вокальные номера в исполнении взрослых солистов коллектива «Шанс». Закончился концерт песней «Этот Новый год снегом обнимает» и общим выходом на сцену участников выступлений.